Первый учебный день после каникул 200 школьников и 12 учителей не пустили на занятия из-за признаков ОРВИ. Об этом на заседании оперштаба сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. В школах организован строгий входной контроль с участием медицинских инспекторов. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить возможные вспышки заболеваемости среди учащихся, отметил глава ведомства. Между тем, в Башкортостане продолжается прививочная кампания. Первым компонентом вакцинировали свыше 1 800 000 жителей, вторым более 1,5 миллионов. В лидерах 5 районов – Буздякский, Чешминский, Альшеевский, Уфимский и Чекмагушевский. Там прививку сделали уже 100% подлежащего вакцинации населения. Ради Хабиров предложил поощрить эти муниципалитеты. Я же просил медиков вообще надо на поощрение дать. Просто это вот отдельно, если можно разрешать. Это все вместе все равно. А муниципалитеты, давайте посмотрим. Давайте вот эти 5 муниципалитетов сделали. Давайте им дадим в следующем году на каждому по 2-3 ФАПа, например. Другие не хотят вот, значит, работать нормально. Там Белорецк, Белебей, там. Тогда это за счет РАИПа сделаем. ФАПа. Ну, пожалуйста, за счет РАИПа. В числе отстающих по вакцинации Кумертау, Межгорье, Сибай, Белорецкий и Бурзянский районы. Ради Хабиров еще раз подчеркнул, что вакцинация – единственный способ добиться коллективного иммунитета. И поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм и ограничительных мер для непривитых жителей.